Всем привет, с вами я, Первый, мы продолжаем играть в режим приключений в Diablo 3. У меня тут новые штучки есть. Смотри, не хочешь, если что-нибудь украдешь, я сделаю тебе больно. Самому бы штучки свои тут продать, а ты, девочка, не посмеешь сделать, не понял. Кларат, до меня не доходило вестей от Храдримов, которых мы послали на Сковосские острова. Не мудрено, Сковос — опасное место. Страшно подумать, что кто-то еще из нашего ордена мог попасть в беду. Мы все понимали, на что идем, Тираэль. Но мы верим в возрождение Храдримов. Верите, да. Так. Зачем я это все продал? Ладно. Это я оставлю, пойду сделаю Хедрик. Хедрик, вот тебе корона. О, корона. Просто корона, как корона, которая корона. А, вот тебе, пожалуйста. Так, все есть. Хайдрик. Так, тебе надо, значит, надо еще три дыхания. Так. Нефалимский портал. Я еще не могу это открыть. Спасибо, что заглянул. Здесь тебя ждет множество поручений. Да ладно. О, сообщение. О, крылышки! Крылышки! Я теперь ангел! Ладно. Так. М, кажется, да, я давно 100 лет не играл, что тут можно? Так, по порядку будем. Поручение проклятые стены. Глупое поручение. Ну ладно. Попробуем. Очистить проклятое святилище. Где это проклятое святилище вообще находится? Я уже совсем забыл, как играть. Потому что ты, наверное, неделю уже не играл. О, еще одна чаша. Они бы, интересно, прибавляются или как? Между собой. Или просто резерв пополняется. Или не пополняется, до какого-то значения доходит. Я надеюсь, что хотя бы... просто прибавляется к новым резервам. Так, куда идти, вопрос. И где? А, все есть у нас. Тогда вот. Полегче, полегче. Вообще охренеть, тварь. Все так активненько. Ай, карма, комбо, не подыхай. Ой, ёпта. Ни хрена себе, меня добить решили как. Так, так. Блин. Хоть минус один сейчас будет. Валите вы от меня. Вроде демонов. Я убираю. Дабл килл. Не задолбали. Сидите в этой дыре. Меня
Опять Корман сдох. Наконец-то. Так, у меня альт включен. Включен был. Окей. О, это может быть получше. Нет, пока не буду брать. Я не сдох, это главное. Так, значит, нам показывал где-то там. Поэтому пойдем и очистим это гребаное святилище. Сразу как-то медленно убивает все это. Так. Ага, вот и святилище. Очистив проклятое святилище. Ловите метеорит. Вкусненький метеорит. Тут еще и за время их надо уничтожить. Это нереально. Секундочку. Окей, мы тут всего три отряда смогли делать. А, нифига не получили. Так, обновляем. Очень резко идем в колдей. Бить Беляла сразу. Быстро так. Ух ты. Действительно второе задание. Окей. Блин, ну купить бы до того, как спадет этот баф на опыт. Это было бы классно. Меня бесите все. Я серьезно ранен. Так, отлично. Сколько у вас тут? Блин, ну чё вы все такие сильные? Дамажистые гады. Ой, как это золото валяется. Оно прям так и сверкает. Хрен знает, сколько золота сейчас мы взяли. Я тут думал, где он это увидел. Так, давайте их побольше всех заманим сюда. И в дыру. На, разлетаются просто. Сколько у нас? 63 косаря дамага. Жалко, мало. Так. Ой, ёпта, ёпта, меня зажали все. О, слава богу. Вот эта аномалия нас очень спасает, между прочим. Так.
Корвак уже все откинулся. А подыхайте, блин, вы уже надоели. Запарили уже меня. Сейчас будет у меня 70-й левел. Отлично. Все, остался один. Дыхание смерти. Круто. Все должны сдать. Не должны. О. Нефалимская слава. Надеюсь, не дотопаем до Белиала. Нет, вряд ли дотопаем, мне кажется. Так, ну сейчас я... Теоретик. Все разлетелись, пух и прах. Боже, как я буду с Белиалом сражаться? Мне вот это интересно. Наверняка какой-нибудь нереальный. Просто попробовать решил, вдруг как сфера пойдет. Окей, все повторяется. Ля-ля-ля. Азуза. Белял даже с нами болтать не стал. Вы все, блин, сюда. Даже субтитры. Белялушка. Сейчас я тебя сожгу. У меня есть священные крылья. Тебе не одолеть меня. Надо этого Беляла добить. Энергии слишком мало. Сейчас он еще. Если только буду щитки копить вообще. Блин, давай, дохни уже, ты надоел. Лямов. Или нам его до конца надо будет добивать? А, надо до конца. Мне не нужны больше эти жалкие иллюзии.
Вот. Узри истинный облик владыки преисподней! Придется тебя добивать. Вот так. Боже, я не представляю, сколько у тебя хп, блин. А, черт. Тихо. Нет, я ненавижу это говно. Черт, аномалия просрана. Я умру сейчас. Корба, кил меня, почему? Вы идиоты, разработчики. 250 лямов хп. Тебя убить-то. Блин, только не это. Капец, как ненавижу. Ау! Ау! Ау, ау, ау. Просто царапина, да! Меня, грубо говоря, растоптали этой рукой. И просто царапина, конечно! Царапина, блин! Курва, ну ты вообще Петросян! Только не эта херня! Ненавижу! 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 Ааа! Решили еще одну такую хрень. Когда он сдохнет, уже надоело на это зырить. Почти сотка снесена. Больно бьет, больно. Больно в ноге. Стрела в ноге. Вы поняли, короче, кто смотрел Лего Хоббита. Возможно, поняли. Вряд ли поняли. Блин, ты надоел уже, а? Ай, ай, ай! Делай так больше, а что, ты же добренький беляльчик. Правда же? Да, ты серьезно, да?
просрал атаку. Блин, я сейчас сдохну! Я живой. Скоро его добьем! Его осталось 70 лямов! Я буду жарить тебе, Белял. Шестьдесят лямов. Белял! Но опять. Это я самую... Отлично. Буду жить. Ну, Кармак там стоит, вообще по нему не попадают эти, блин. Мины или как их там называть. Взрывы, которые творит этот Белиал. Очень смертельные для меня. 30 лямов! Мы должны это сделать! Шанс дует! 28! 20 лямов! У меня и щит кончился! У меня КД! КД! Еще отлично, вот теперь у нас шанс его добить в наших же интересах. Давай немного еще, немного. Больно в стреле, в ноге, я не важно, где-то больно. 5 лямов, 3 ляма, 2 ляма, 1 лям. Добили! Ачивка. А за что мне ачивка? Бейте Беляла. Еще его никогда не убивал, что ли? Окей, кровавые осколки. Магическая сфера предложения. Блин, ну период вообще рулит. Даже дыхание смерти. Да че, не босс, что ли? Я возвращаюсь в город. Блин, нам даже опыта нормально не дали только.